Всем привет! Всех с наступающими праздниками! Это, походу, последнее видео в этом году. Ну что, погнали! Машина долго стояла, разбили стекла у нее. Да. Да, Бруклин сейчас чуть беспределит. Вот рейнджак тоже побили и сожгли. Короче, да, у меня радикулит. Поэтому видео долго так не выходили. Братва, в этом наступающем новом году я всем желаю крепкого здоровья, чтобы у всех были стабильные финансы и чтобы все, что вы задумали, оно получилось. Короче, смотрите прикол. Давайте обратим внимание, сколько американских и японских машин. Значит, Toyota, Honda, Toyota, Infiniti, Nissan, Toyota, Mazda, Acura, Toyota, Honda, Nissan, Nissan, Nissan. Lexus, Toyota, Ford, Honda, Honda, Lexus, немец Porsche, Chrysler, американец, Nissan, Honda, Lexus, Volvo, Toyota, Toyota, Honda, Nissan, Ford. Вот это мы в Бруклине. Что вам сказать? Наши люди за практичность. О, 21 года Toyota Sienna. Они только гибриды. Такая красотка она. Can I open door? Wow. It's beautiful, né? Very nice. Ага, ого, вау, beautiful. Can you open rear door? Look, yes. This style. Wow. It's big. Wow. Прикольно. Капотик открыли. Вау. И что тут за мотор? А где стикера? А вот. И что у нас? В смысле? Не понимаю. Мотор. В смысле 2.0? Да не. Короче, ничего я не понимаю с объемом, но мотор вот, вроде как шестицилиндровый, может и четырех, сейчас надо лучше посмотреть. Вот это вот установка, этот электромотор. Не, это четыре цилиндра, это четыре цилиндра, да. Интересно, наверное, 2.5. Братва, я наконец-то приобрел леечку. У меня куда-то девается антифриз, вон чуть-чуть, то есть на минимуме показывает. Вот так вот. Смотри, смотри на это. Из моей машины письменный стол сделали. Один на капоте, другой на багажнике. Вы чё, пацаны, в натуре? Sorry, guys. I gotta go. Это называется не заниженная, а задроченная Honda. Ей уже капец, они еще что-то пытаются с ним делать. Хана. Там, короче, жестокая пневма на машине. Манхэттен. Как красиво мы стоим. Привет, братва. Короче, что-то непонятное происходит. Отбалансировал колеса и сделал развал. И уже проехал 170 миль. И только загорелась лампочка. А 170 миль это у нас...
280 километров, и еще есть бензин на 53 мили. Неужели развал имеет такое значение? О, как у Моргенштерна. Вот вам и Америка. Полный колхоз. Провода. И просто с ними тросик висит. У нас сильный ветер был. Столбы погнуло. Но не работает. Но все так по-колхозному. Капец. Это наша коптерка МРЭО. Тут мои причиндалы все. Короче, какая модная. Кэмри уехала. А не вон стоит. Вообще просто со спойлером. На золотых колесах. Такая моднючая. Алан радуется елке. Метро. А у меня радикулит. Мне блокаду поставили. Короче, я хромаю. Снег. Но, как говорится, без лопаты никуда. Я не поеду. О, Юля потолок испачкала, надо почистить. Вот. Можно теперь ехать и на заднем приводе. На зимней резине вообще нет проблем. Вообще все красиво. Едет как по асфальту. Оказывается, вот эти вот сухозаборники, они для охлаждения тормозов. Я не знал, Боря. Я не знал. Я тебе это рассказывал. А, ну я всем сразу раз. Оно оттуда изнутри получается воздух туда даем. Ну прикольно, да, правильно придумали. Тормоза, у меня-то тормоза говно. А у тебя-то взрослые тормоза. Они, вот это тормоза. Они только очень дорогие. Но стоят. Но зато они останавливают машину. Мои с трудом останавливают. Вот номер залепил снегом. Совсем не палево. Сейчас будем выезжать. Я думаю, вообще без проблем. Все без проблем. Фару до сих пор не починил. У нас снег. Айс, айс. Все, садись, верник. Короче, чтобы поменять фары, лампочку, надо снимать колесо. Все, фару сделали. Огромное спасибо всем моим подписчикам, ребята. Спасибо, что смотрите. Вот 200-ка. Очень приятно. Спасибо большое.